Медаль за отвагу первая получили за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. В ходе сопровождения мы попали в засаду. Наш взвод танковый отразил эту атаку, уничтожил в ходе боя 2 БТРа, несколько ПТУРов, ну, засада была, вот. И вследствие чего мы сопроводили колонну без потерь, в полном составе. Все автомобили дошли до пункта назначения. По танку попадают вражеские снаряды. Ну, в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже выполнять непосредственно свою работу, отражать атаку. За всех переживали. Но потом уже узнали, что все живые, все здоровые, как бы все нормально. И уже непосредственно выполняли свою работу. Там уже других мыслей не было. Нашел цель, уничтожил.